В ДЧС СКО чествовали юных спасателей из Уалихановского района. Ребята из команды «Алау» результативно выступили на недавно прошедшем в городе Кокшетау республиканском слете «Юный спасатель». Наши земляки заняли почетное 4-е место, продемонстрировав хороший уровень подготовки и волю к победе. В республиканском состязании участвовало 140 ребят из 17 команд. Соревновались юные спасатели в ориентировании на местности, оказании первой медицинской помощи, проведении аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в зоне ЧС, в том числе в водной среде и в пожарной эстафете. Все мероприятия проходили на базе Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. С почетным 4-м местом наших ребят лично поздравил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов. За активное участие в слете ребят наградили благодарственными письмами. Кроме того, каждому из участников вручили по комплекту спортивной одежды. И мы рады вас сегодня приветствовать и хотели бы поздравить за занятое 4-е место. Действительно, своим самоотверженным трудом, спортивной и профессиональной выучкой вы 4-е место заняли среди 17 команд, где, как было сказано, принимали участие более 140 участников. Вот, задел у нас уже имеется. Вот, напомню я, что Северо-Казахстанская область, значит, юные спасатели у нас в каком году получается? В 19-м году, да, Маржана Жумабаева в международном турнире заняли 1-е место, то есть есть нам куда стремиться.